надеюсь, вам будет слышно. Вышли посмотреть, погулять. Что-то я вам покажу интересное, если будет возможность. Там у него обезьянки и попугай вон там. Очень много всяких развлечений. У нас, конечно, организация всегда на высоте, самая лучшая организация. Ну, я не знаю, как других, но здесь очень хорошо все организовано. Вон кино 7D. Кино 7D. А 7D это что? Не знаю я. Вы знаете, что такое 7D? Я не знаю, ни разу в жизни не была. Сейчас гуляем и ищем, где стоят машины, интересные автомобили. Сказали, где-то здесь, пока не можем найти. А громче не можешь говорить? Ну, я если буду говорить громко, будет не очень хорошо. Слышно, да? Слышно все? Смотрите, какая горка. Мне кажется, так страшно. Что она резина, мне кажется, не страшно. Мы нашли эту автоарену. Сейчас покажу вам, какие здесь у нас машины. Тут тюнинг, так что некоторые моменты будут без звука, чтобы вас не оглушать. Вообще не представляете.
пока идем, я вам покажу что-то, но сейчас все собираются здесь, потому что в 12 часов начнутся, как они, стрижи вот эти будут. И сейчас вот чуть-чуть покажу, что здесь творится. Вы видели? Сегодня вечером к нам еще приедут звери, ну, то есть они, наверное, уже приехали. Сейчас будет выступление стрижей. Еще осталось где-то, наверное, примерно около получаса, и потом начнется вот это шугам. Вчерашний день по сравнению с нынешним, это была просто репетиция, такая небольшая кучка людей. А сегодня вообще здесь нигде не пройти ничего. Ну, мы будем принимать активное участие в этом и будем вам показывать что-то интересное. Я вам хочу показать, что творится здесь. Ой, вообще кошмар, смотрите. Здесь очень трудно друг друга найти. Тут идут какие-то соревнования на воде. Байдарки, вся пакет. И это наше такое место. Let's go.